святым за все, что было сделано для бальных танцев Советского Союза и России. Ну, а на паркете вновь та легенда, которая родилась именно вот на этом событии. Последнее выступление Эдиты Даниуте и ее партнера Мирка Газоли в их исполнении «Квикстеп». Соли Эдита Даниуте. Замечательный квикстеп, и зрители счастливо наблюдая их выступление. Ну и, конечно, особенно ребятишки, которые потом будут говорить: мы видели выступление Мирко Газоли и Эдиты Даниуте, легендарные пары. Одной из лучших танцевальных пар мира. Чуть-чуть, может быть, им не хватило в соперничестве с Арунасом Бежоксом и Катюшей Демидовой поспорить за первое место. Арунас и Катюша не уступили первую ступеньку пьедестала мирового первенства. Но они останутся в памяти всех поклонников профессионального европейского танца.